Представители СНТ вновь собрались вместе, чтобы обсудить важный вопрос. На этот раз волнуют щелковцев сохранение сельского тарифа на оплату электроэнергии. На сегодня в садоводческих товариществах проживает более 10 тысяч щелковцев. Почти все они пенсионеры. В основном отапливаются их дома электроэнергией, поэтому для них очень важно закрепить за своим адресом сельский тариф на ее оплату, который во много раз выгоднее городского. С 1 октября этого года для этого необходимо, чтобы в адресе дома был указан именно сельский населенный пункт, к которому относится СНТ. Более 10 лет помогает решать все возникающие вопросы районного союза садоводов депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. И в этот раз он приехал на собрание, чтобы выслушать жителей и разобраться в волнующей ситуации, когда грани между сельской местностью и городской тонкие, а выгодный тариф сохранить крайне важно. Я совсем недавно, как председатель общественного совета Росреестра по Московской области, проводили заседание. Этот вопрос поднял. Сейчас Росреестр активно присоединяется к этой работе. Нужно все-таки разобраться, каким образом регистрироваться на участках СНТ, как в целом СНТ должно определяться, то ли это сельская местность, то ли это городская. Ну вот много пока вопросов. Я думаю, что найдем совместными усилиями ответы на эти вопросы.